стороны будут уведомлены об изготовлении решений в окончательной форме. Руководство статьями 194, 199 ГПК Российской Федерации решил исковое заявление первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации холдинговой компании «Метаплатформ Инк» о запрете деятельности на территории Российской Федерации удовлетворить, запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании «Метаплатформ Инк» по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании «Мета» ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации. Обратить решение суда к немедленному исполнению.